здесь, на площади Нахимова, смотрят друг на друга памятники двух разных эпох. Прямо за моей спиной памятник самому адмиралу Нахимову. Именно на его плечи легла основная тяжесть командования обороной города Севастополя в Крымскую войну в 1854-55 годах. А если вы повернетесь на 180 градусов, то увидите еще один мемориал. Это мемориал защитникам Севастополя, сражавшись здесь, на Севастопольской земле в 1941-42 годах. Сейчас возле него и день и ночь горит вечный огонь, и круглый год несут почетный караул севастопольские школьники. Одной из первых построек нового города стала Графская пристань. Изначально она была сделана из дерева, и эта традиция сохраняется по сей день. Но в середине 19 века она была украшена живописной колоннадой, которая находится прямо за моей спиной. Эта колоннада является, по сути, парадным входом на территории города Севастополя. За ней начинается площадь имени адмирала Павла Степановича Нахимова. Своим созданием город Севастополь обязан бухте. Эта гавань является одной из самых удобных не только в Европе, но и во всем мире. Ее длина 8 километров, и она прекрасно может принимать корабли любого размера, любого видоизмещения. Ее холмистые берега прекрасно закрывают стоящие здесь суда от непогоды, а также является прекрасным местом для того, чтобы корабли причаливали. В 1783 году Крым входит в состав Российской империи. В этом же году, в июне, на берегах Севастопольской бухты, ну, конечно, да, она еще так не называлась, строится первое здание будущей Черноморской крепости, которая впоследствии и получит название Севастополь.